Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Музыкальный посредник». Еще не сошел мой черногорский загар, прошу не путать с черноморским. Как хорошо бы я ни относился к Черному морю, Черногория превзошла все мои ожидания и на данный момент является фаворитом для отдыха на море. А по секрету добавлю, что жить в такой прекрасной, экологически чистой и гостеприимной стране счел бы за счастье. Припозднившись с отпуском, я отправился в Черногорию к началу сентября. И ничуть не пожалел, ведь основной наплыв туристов уже прошел. Я насладился прелестью полупустых пляжей и относительно свободных набережных и улочек старых городов. Вряд ли теперь кто-нибудь сможет затянуть меня в южные страны при 40-градусной жаре. В Адриатике можно наслаждаться бархатным сезоном почти до конца октября. И одной недели, как это было в моем случае, конечно же, недостаточно. Ведь кроме чистейшей морской воды и красивых гор, куда ни кинь взор, в этой небольшой стране множество красивейших, старинных и святых мест, которые обязательно нужно посетить. Итак, в этом выпуске я хочу поделиться с вами впечатлениями от некоторых посещенных мест. Я постарался выбрать самые интересные из тысяч снимков и видеофрагментов, которые я сделал за несколько дней моего посещения Черногории. Среди прочих это курортные места, пляжи и старинные города: Герцог Нови, Костаница, Пираст, Котор, Будва, Святой Стефан и кое-что еще. А пока мы смотрим видео и слушаем мои песни, мы можем общаться в комментариях этого видео. Можно за чашечкой кофе, который я заварил себе в домашних условиях, но с удовольствием вспоминаю отличный кофе в Черногории в ресторанчике «Бабич», который вы тоже увидите сегодня. Бегай, бегай за булочками, тихими утренними улочками, лесенками, ступеньками, я поднимусь к тебе. В очереди за поэтами не досталось куплетов мне, и вернулся поэтому я с тортиком в руке. Я тихо двери отворю и крепкий кофе заварю. Зажгу свечу, и лишь потом тебя разбудит этот дом. За словом слово кто о чем, и кофе пить уже не горячо. Ах, эта кухня, западня, смотри, прошло уже полдня. Ветрено, ветрено за окнами, лето недопето законное, осень просится в гости к нам, а к нам еще нельзя. Медленно оттягиваем время мы,
Жаль, что так не своевременно повстречались мы, поэтому пусть глубже стрелы нас пронзят, а нам уже не привыкать к такому счастью. И опять сидим и сладкий кофе пьем, как хорошо, что мы вдвоем. А хочешь, я тебе спою о том, как я тебя люблю? Ах, эта кухня, западня, смотри, прошло еще полдня. Печалится, если день за окнами кончается. Жизнь, похоже, только начинается, и вечность впереди. Солнышко на донышке закатится, и вино до капельки истратится, а песня навсегда с тобой останется. И нет конца любви, и нет конца любви. Я даже прихватил себе на память пару сувенирных чашечек Монте-Негро с мотивами этой замечательной, прекрасной страны. Пока мы смотрим видео, продолжаем общаться в комментариях этого видео. Я иду с улыбкой, и в ответ смеется. Жизнь как зеркало, с улыбкой посмотри. И тогда уже в груди не сердце бьется, сияет солнце у меня в груди, напевает мне о том, что счастье есть, и диктует мне слова, что станут песней. Это радость жить сейчас и здесь, это радость жить с тобою вместе. Если вам нравится мое творчество, мои песни, мои программы, я прошу вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой видеоканал, и наша связь никогда не прервется.
детская сказка, материнская ласка утешает от слез. Здравствуй, тридевятое царство, без знамен и убранства, без крестов и без звезд. Тридевятое царство, миражи издалека. Ты сжег мосты и жизнь легка. Куда теперь? Гадай, гадай. Смотреть в твои очи,
На этом моя программа и небольшое путешествие по Черногории подошли к концу. И я сам лично буду много раз пересматривать это видео, вспоминая эту чудесную и прекрасную страну. Я буду жить этими воспоминаниями и стремлением в следующем году вновь отправиться в Монте-Негро, чтобы чудесно отдохнуть, посетить новые места, отведать вкуснейшей пищи и зарядиться энергией солнца, чистого моря и горного воздуха. Всего доброго и до скорых встреч! Счастливо! Вот и все, я не знаю о чем, я хотел бы сказать, если б я захотел бить ключом и струиться ручьем, или быть не при чем и узнать, что почем. Вот и все.